Всем здравствуйте, ворон в кадре, там яра в кадре, хожу такой, короче, сок березовый ставлю, смотрю, ворон кого-то палит стоит, думаю, наверное, кто-то за нами тоже наблюдает, недалеко от деревни, яра еще в этом деле неопытная, ей там все до лампочки, она ходит, путается, а там, короче, оказывается, козлики идут. Вон там вот тут. Четыре штуки, по-моему, я видел. Так что вот так вот тут. Зверь есть. Было, наверное, штук 6 козлов. Все разбежались, ворон, убери голову. Все разбежались, кто куда. Этот башкой крутит, теперь ничего не поймет. Такие небольшие рожки. За нас увидал. Яра так довольно спокойно, в общем, тоже к косулям относится. Не пугается ничего, когда выскакивает поперек. Если мы бежим, она бежит. Если мы останавливаемся, она останавливается. Вот такие дела. Заехали сейчас к одной фотоловушке. Забрали флешку у саванца. Проглядел ее. Сильно косуля активизировалась. Почти, наверное, 3 часа видео. Раз или два лось подошел. Кабан, по-моему. Вроде, да, кабан был. И все остальное время косули одиночные. По-моему, семья была. И косули. Хотя за этого 3 месяца одиночная козочка только ходила. С двумя лошадьми, короче, не очень удобно ездить. Где козликов увижу, подойти надо, то что по такому болотине шумно, сильно. Ворона вообще нельзя не привязывать, он сразу свалит. Яру если оставить, она у меня с веревкой, она к ворону лезет. И все, погуляться душно надо. Могут запутаться. Пока я их вот так вот в стороны развожу, все животные у нас обычно уже убегают. Вот так вот тут. Сейчас поедем до второй фотоловушки, доедем. У барсучьей норы. Вроде по времени успеваем, может быть, ее переставим. Так, сначала надо яру отвязывать. Тоже напугал, пока к этому шел. Меня козлики увидели, разбежались. А нет, стали, стоят. Одиннадцатое апреля или 10-е. Это уже другой, метрах 200 сбоку.